Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу, как получить Windows 8 Pro бесплатно, причем это лицензия. Вам всего лишь нужно для этого скачать с любого торрента или даже с официального сайта ISO-образ Windows 8 Pro, зайти на сайт, ссылку скину в описании. Дальше. Сейчас обновим. Нужно ввести адрес электронной почты. Так, код подтверждения. Отправим. В течение 24 часов он вам придет. Я уже заказал на несколько почт, несколько ключей. Так, проверим, как быстро приходит этот ключ. Блять, спаймер World of Tanks. Так. Ну, в общем, у меня пришло это письмо. В письме содержится ключ продукта. Точнее, фишка в том, что ключ, он назначается для медиа-центра, для Windows 8. Но, активируя вот этот медиа-центр, автоматически активируется Windows 8 Pro. Я не знаю, почему так. Может, это баг, может, это какая-то фишка. Но, пока это возможно, лучше это сделать. Шаг 2. Что вам нужно сделать? Допустим, взять вот этот ключ, тоже я его скопирую в описание, запустить установку Windows, нажимаем «Далее», у нас идет проверка нашей системы, вставляем этот ключ, нужно обязательно ставить какой-нибудь ритейл. Нажимаем «Далее». Только после того, как у вас установится Windows 8, нужно будет вводить тот ключ, который вам прислали. Далее, после того, как вы установили Windows 8 Pro, вам нужно будет активировать эту Windows. Я не знаю почему, тот ключ, не знаю, бракуется, наверное. Вот, у вас вылезет сообщение об активации Windows, вы вставляете свой код, полученный на e-mail. В итоге у вас активируется. У меня, к сожалению, в восьмерке Fraps почему-то не работает. Точнее, не снимает рабочий стол. Поэтому я просто запринтскринил. Я полностью установил Windows 8, снес старую релиз-превью. Здесь смотрим подробнее об активации. И у нас последние циферки, ну вот, для подтверждения показываю последние циферки моего ключа. Сейчас я вам покажу его. Уже этот ключ смысла использовать нет. Потому что я его использовал. Вот, совпадает. Здесь я сохранил, чтобы можно было в восьмерке сразу переписать все. Вот, в принципе, пользуйтесь. На самом деле, это способ, не знаю, то ли легально, то ли нет. По крайней мере, можно сделать. Но я советую вам лучше купить. Вообще, я куплю Windows 8 Pro за 469 рублей, потому что у меня новый ноутбук, я попал под акцию Windows Upgrade Fair. С помощью нее можно активировать новую Windows 8 Pro всего за 15 баксов. Покупайте новые ноутбуки, чтобы купить Windows 8 подешевле. Ладно, спасибо за просмотр. Удачи вам с активацией Windows.